Всем привет! Вы попали на канал Hard Reset Info, и в сегодняшнем ролике я вам расскажу, как ускорить или замедлить видео с помощью приложения VN Video Editor. Итак, открываем VN, выбираем нужный нам проект. У меня здесь уже наложена видеодорожка. И выбираем функцию скорость. Выбираем стандартную. И здесь вы можете уменьшить скорость и сделать эффект замедленного видео, либо же ее ускорить на условных 60x и сделать из вашего видео таймлапс. У меня оно короткое, всего 7 секунд, поэтому оно обрезается до 1/10 секунды. Тем не менее, эта функция может быть полезна, если ваш телефон не обладает функцией таймлапса, либо наоборот режимом слоумо, вы можете это сделать с помощью VN-ки. На этом все. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, подписывайтесь на этот канал и всем удачи!